Привет, народ, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и бороздить просторы Украины. Если что, все ссылочки есть в описании под роликом, и не забывайте подписываться на канал, жать пальцы вверх и комментировать это видео. Так что подписывайтесь прямо сейчас, ставьте на паузу и подпишись. Вот так вот. А мы летим дальше, мы летим из Свалявы. Далеко, очень далеко, у нас осталось ехать... целых 100 километров. Я не знаю, сколько мы здесь сегодня успеем проехать, но я надеюсь, что мы будем лететь достаточно быстро. Я, наверное, все-таки пока что карту включу. Иногда буду отключать, чтобы посмотреть интересные пейзажики или сделать прикольную перевюху. Вот так. Короче, летим, летим, летим. Конечно же, иногда будем нарушать. Ну, не иногда, а чаще будем нарушать. Не чаще, чем, конечно, чем обычно, но... Нарушений будет немало. Кстати, по-моему, дождик заканчивается. И это не может не радовать. Это не может не радовать. О, пикничок какой-то. Ой, там, походу, контейнер. Он выглядит как мусор какая-то. Там что-то навалено. Я говорю, пикничок. Чуть не очень пикничок. Так, дворники, наверное, чуть помедленнее поставим. Дальний у меня выключен. Все четко. Дождь закончился достаточно быстро. Я думал, что... На эту серию придется его отключать. Но нет. Все четенько. Все максимально четко. 93 км. Вот это мы валим, да? Просто буквально за 2 минуты вот так вот десяточку км. И нет, просто нет, не существует. Забыли. Так же, как и дождь. Просто исчез. Включу габариты. Опа, опа. Отметка близится к 120 на пути. Крутой поворот. Как думаете, что будет? Конечно же ничего, ведь я водитель номер один. Лучше меня в ЕТС никто не ездит. А, испугались? Думали в стеночку? Офиг вам. Белый квас. Белый квас для вас. Ух ты, а снизу деревушка какая-то, смотрите, как круто. Что это за населенный пункт? Там, смотрите, церковь и еще одна какая-то высокая колокольня, что ли, или что это такое, как она называется. Сейчас раз, и встречка. Нету встречки, шикарно. Копы, копы, опа, не боишься? Судя по всему, нет. 15 км как не было. Слушайте, а микроавтобус догнать я не могу, он отдаляется, по-моему. Или нет? Сколько он едет? Я не могу понять, отдаляется или нет. По-моему, отдаляется. Наверное, 110 валит. На карте такой слабенький поворот, а на деле такой приличненький. Так, по-моему, он мне не даст себя обогнать, и сейчас просто нам навстречу будет лететь фура. Это опасный обгон. И знак еще нам навстречу. Ой-ой-ой, нифига меня слегка переставило. Так, но мы его обогнали, шикарно. Следующий автобус. Просто 20 км, изи. Бах! 45, плюс 1% от прошлой серии. Но главное, что не улетели, там очень слабое касание было. Фу, я уже реально начал переживать. Подъемчик какой, что, выскочим, нет? И вмятина такая же, как в российских этих дорогах. Так, мы вот так вот раз по-хитрому. И не падая в яму, пролетаем просто. Легко. Легко. 25 км уже за спиной. И на все прошло минут 5 от силы. Мне так кажется. Вау, американские горки. Ой, нафига я карту выключил.
Офигеть, это что за дорога такая? Хотя, знаете, прошел достаточно плавно этот участок. Реально плавненько. Так, там что-то сейчас какая-то жесть извилистая начинается. Я-то, конечно, могу срезать вот так вот. Ой, нет, не могу. Сейчас бы срезал, да, там? Смотрите, как я умею. Чпоньк. 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 Главное сейчас текстура не врезаться ни в какую. Ох! Бордюрчик. Перескочим? Думаю, да. Давай, топи, ты сможешь. Отлично. Блин, проще было реально нормально по дороге поехать, меньше было бы проблем. А здесь неизвестная заправка. Ничейная. И там по центру блокпост копов. Но нам прямо, мы проехали уже тридцаточку целую. Целую тридцаточку. Киев 713 километров, Львов 171, ХУС 120 вроде бы было. Почему нет стоп-контроля? А? Товарищи полисмены. ДПС. Кстати, ВЕ. ВЕ, что за ВЕ? Наверное, в прошлой серии, конечно, написали. Просто в точку сейчас начнем лететь. 70 км. Ну тут от скорости сильно зависит. Опа, очередное происшествие на трассе. А это просто, походу, люди стоят здесь, фигней страдают. Я думал, тут что-то произошло. Просто стоят. Понятно. Значит, можно топить. Продают какие-то арбузы. И там тоже кто-то стоял. Прямо на трассе стоят, продают. О, работницы! Подрабатывают. Кто-то видосики снимает, кто-то грузы возит, кто-то на трассе работает. Ничего необычного. Слушайте, а за счет прицепа я, походу, тогда начал прокидываться. У него-то ширина большая, он выступает за пределы нашего полуприцепа, и за счет этого пошло уже смещение, наверное, по центру тяжести. И он начал опрокидываться. Встречечка. Нормально, не бойся. Тут я не знаю, вдруг сейчас будет какой-то холмик по центру. Лучше объеду вот так вот вокруг. То врубимся сейчас куда-то. Вообще чуть-чуть уже осталось. Просто летим на крыльях ночи. Ой, небо задергалось. Небо задергалось, вы видите? Так, по-моему, стоит притормозить, малеха. Ограничение 90, но мы едем 110, подумаешь. Не так уж и много, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой, тут серпантины какие-то начинаются. Слушайте, а мы за Бэха ничего так идем. Че нам тут, подумаешь? Мерсик против БМВ. Че, она думает, уйдет от нас здесь? Фигушки. Я тут водила. Сейчас и фуру еще обойдем в повороте. Изи. Просто изи. И вот здесь сейчас еще так. Опа, красиво. Почти красиво. Думаю, что нолик нам в помощь. Просто опрокинулся. На бок. Нифига, он что, зацепился за нас? Нет? Вот он так близко едет? Окей. Офигеть, вот это я исполнил. О, там шашлык жарят. Шашлычки, кто хочет шашлычки? Пишите в комментах. Или кто хавал сегодня шашлычки. А, так у нас на полуприцепе и на самом грузовике в разные номера. ВЕ и АВ.
За рулем. Журнал у нас раньше такой был, за рулем. Не знаю, сейчас есть или нет. И, по-моему, даже вот как... вот эта вывеска была, вроде бы даже какой-то подобный логотип вроде бы был. Я не помню. А что у нас вообще по сложности дороги? В принципе, дальше уже достаточно скоростные такие участки. Хотя... тут тоже не особо какие-то сложные были. Вот сейчас заложил... А, нет, под конец уже начало такое ощущение появляться, будто сейчас опрокинусь. Так, здесь скашивание полей. Куда ты, коняка? Собаки даже бегают. Или то коза была, или собака, я не знаю. Коза-собака. Ах, стоит, попрошайка. Нифига, какой он там поставил себе на балдажник. Ой-ой-ой. Тормоза. А за что? Я что, зацепил его, что ли? Река Стрый. Мне казалось, до него там полкилометра еще. А где тачка? Она от нас ехала или к нам навстречу? Я видел, по-моему, транспорт какой-то здесь. Наверное, от нас ехала. Или мне показалось. Копы. Копы каждые 100 метров ездят. Хотят просто подзаработать. Ограничение 70. Так, надо брать пошире. Потому что, думаю, без тормозов можно пролететь. Вот здесь прям как знали, выкосили, да? Наверное, для меня. Львов 325 км. Мостик целый, нет? С виду он какой-то такой. Ой, там что-то недостроенное, смотрите. А, то запасной какой-то, походу. Ух ты, слушайте, а здесь красиво. Ой, здравствуйте, товарищ автобус. Поля. Слушайте, ну пейзажи мне нравятся, реально красиво сделано. Вот похоже такое, вот как у нас. Но суровая Россия как-то так сделана. По-быстрому. Здесь хоть и километраж нереальный, но, блин, отличие чувствуется, да, вот такое живописное все. Мне нравится. Оп, сразу начал притормаживать, когда увидел встречку. 40 км осталось. Че, успеем или нет? Ой, бабах, пролетел. Повезло. Так, это Киевстар какой-нибудь. Да. Даниловка или что-то такое там было внизу. Туда, кстати, даже заехать, походу, можно. Там тачки ездят. Но у нас дороги туда нет, и мы реально могли туда заехать и проехать выше. Ну, баз, кстати, тоже не было. Может, там базы в скором появятся. Но реально в Даниловку можно было заехать. Так, дорога скуривилась, малеха. Но мы по-прежнему едем. Только вверх. Ну, зато скорость не нужно сбавлять. Она сама сейчас сбавится. Она не сильно сбавляется. О, спуски теперь. Отлично. Будет весело. Ой-ой-ой. По-моему, пора тормозить. Я реально торможу. Я и торможу, и поворачиваю. Я вообще многоядерный. Я не прочитал, что там было. Деревня. Какая-то деревня. Марсик стоит. Хотя нет, это для деревни что-то большая слишком. Или большая деревня, или ПГТ. Встречка будет, нет? Нет. Шикарно. Тридцать километров осталось. Так, надо сейчас прочитать, что тут написано.
Тухолька? Я ничего не понял. Слишком быстро ехал. Если бы ехал медленнее, рассмотрел бы. А на карте есть? Нет никаких обозначений на карте. Во-во-во-во-во. Вот это сейчас будет весело. Я впишусь хоть или нет? Конечно, впишусь. Сколько я ехал там хоть? 130 валил, нет? Опа, я в воздухе! Тихо, 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 тихо. В воздух подлетел. Разметка на глазах исчезала только что. 25 км осталось. На, 26. Все еще 26, хотя валим почти 120. Они как-то то быстро сокращаются, то медленно. Вот сейчас смотрю, реально медленно. 25 все еще светится. Хотя нет, уже 24. Никого нет? Никого? Никого. Нормально. Сейчас даже не смотрел, что за населенный пункт. Деревянная церковь из сруба. Еще вон церковь на холме. Автобус. Кто здесь живет? Ой, там, по-моему, что-то стояло на дороге. Бах! Зацепил. Думал, не зацеплю. Это было реально близко. Козева? Козева? Или Козева? По-моему, там Козева было написано. Конечно, могу ошибаться, но мне так показалось. О, там лес повален. Или что там, нет? А, там какое-то болото. Труба какая-то проведена. 17 километров, совсем чуть-чуть уже. Темпомат надо на что-нибудь другое поменять. О, боже. Расход лучше не смотреть. Ой-ой-ой. Тормоза. Лучше объем топлива. Нифига себе, отбойник, да? Спрятали в кустах. Вот это я тормознулся только что. Именно просто в пол тормозил, еще и ручник включил. Смотри, как наваливает. Нафига он так тормозил? Так, объезжаем потихоньку. Надеюсь, речки не будет. Он сейчас топить снова начнет. Не, его не видно сзади, поэтому можно пересраться на его полосу. Все ограничения закончились. 12 километров нам осталось ехать. Мне кажется, мы именно за... Сколе! Называется. Сколе! Ну, я все правильно сказал. Или Скале. Сколе, наверное. Я не знаю, что это вообще. Реально ни разу в жизни не слышал такого населенного пункта. Но главное, что мы приехали. Уже, то есть, въехали на территорию или в область. И уже осталось немножко тут по городу прокатиться. Такс. Кстати, в город-то заедем, наверное. Погнали по городу, прокатимся чуть-чуть. Добро пожаловать в Сколе. Но все четко, все четко. А по карте
Но сюда мы не заезжали, здесь база, сюда не нужно. Тут, конечно, можно было проехать, возможно, там что-то интересное. Но мы заехали уже вовнутрь. Заправочка, ВОГ. Дэшко. Мукачева, что там написано? Украина, Мукачева. Телефон, факс, плюс 380. Нам не по пути. Родина. 3D, это кинотеатр или что там? Или клуб вот этот, знаете, как в селах клубы вот эти типа есть. Телевизор в рассрочку 824 гривны в месяц. Властная пивоварня. Думаю, стоит зайти. О, тут тоже прикольно. Но, кстати, мы такое здание уже видели с вами. Так, значит, нам направо. Чоп 162 км, Львов 109. А у нас последняя по карте Львов или что? Ну, значит, логично, что дальше будет Чоп. А где там граница? В Чопе, да, вроде бы, или где там? Сколе! Мы выезжаем за территорию Сколе! Вот так вот, я думал, мы прям сюда едем. А здесь что? Что здесь? Дубина! Дубина! У меня, кстати, когда-то сосед был с фамилией Дубинка. Где тут направо? А, вот здесь. Копы стоят снова. Засранцы. О, дороги шикарные. Так, ну тут, думаю, мы не потеряемся. Стоит кто-то или идет? На велике катается. Прикол. Ух ты, слушайте, вот здесь вообще круто. Полегче, полегче. Вы чё? Совсем офигели. Просто на ровном месте урон пошел. Я же потихоньку ехал. Не вот так же топил. Ёб твою налево. Вот это впердолился. Пердосьяно. Челентано. База шикарная просто. Чтобы убить фуру. И груз. Вот реально тот, кто будет вести, он даже не ожидает, что он там упорится. Будет просто реветь, как бурый медведь. Неужели база с автоматической разгрузкой у нас? Господи помилуй. Не парковать. Ужасно, я знаю. Народ, думаю, что на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.